Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, друзья, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Вчера я зашла в новый проект My Bitcoin Tube. Этот проект на подобие из серии Баб Монет. Только монетка называется немножечко по-другому. Она называется вот BVPS. Тоже здесь группы мы, как бы. Я вчера закинула $1, чтобы у меня были денежные ссылочки сразу. Но почему-то так получилось, что у меня нет денежных ссылок до сих пор. Это, конечно, очень странно. Но ничего, я написала вот на главной страничке, когда, если вы видите, в самом низу есть, можно перейти в группу Facebook. И я там же написала, вот она, группа Facebook. Вот. Сейчас перейду. Там есть написать как бы сообщение. Ну и, конечно же, я, недолго думая, написала, вот она, вот эта группа My Bitcoin Tube. Вот мое сообщение я написала, что я закинула доллар. У меня первая группа. И вот сначала тут типа они ответят, как только смогут. И вот мне ответили, правда, уже поздно. Почти без 22 ночи у меня было. Попросили у меня, значит, это администратор, если он будет проверять. Ответил, я так понимаю, мой логин. Я написала мой логин ему, пусть проверяет. Может, ну, всякое бывает. Вот, хотя мой рефер ответил, что он ей как бы на следующий день или через сутки, как-то так она ответила, что появились денежные вот эти видеопросмотры. Ну, да ничего. Значит, друзья, давайте теперь по существу. Ну, это наша здесь статистика. Как я уже сказала, закинула я $1. Буду ждать от денежных ссылок. Вот здесь справа, обратите внимание, синяя шапка. Здесь вот мой аккаунт. И пошел дашборд. Двухфакторный аутентификатор. Профиль сеттинг. Контакт суппорт. Значит, и вот здесь watch видео, да? Вот бонусные видео. Мы нажимаем на эти бонусные видео. У меня сегодня есть бонусные видео. Слава богу, хотя бы это есть. И в день мы просматриваем 10 рекламных вот этих видеопросмотров. Так, значит, обращаю внимание, так как я закинула $1, на $1 я сразу перешла за $1 в первую группу. И у меня сейчас на балансе 2700 монет. Так, и давайте покажу, как просматривать мы будем видео. Нажимаем на синюю вкладочку. Загружается видео. Нажимаем play. У меня звук отключен. И мы просматриваем. Здесь идет как бы отсчет времени. 20 секунд мы должны просмотреть. Вот, ждем. Ждем. Все, у меня зачет. Так, нажимаю обратно. Как бы вот здесь пошел вот отчет времени. Или это уже следующее? Да, это следующее видео. Я поставлю на паузу и просмотрим. И вот у меня стало, было 2700, стало 2... Нет, сколько у меня было? 2510. Так, поставлю на паузу, просмотрю все видео. И последнее видео, бонус, я просматриваю. Нажимаю на зеленую вкладочку. Все, у меня просмотрено стало 2600. Значит, друзья, я начала просматривать видео бонусы, вот эти, чтобы мне начислялись вот эти монетки, так. И смотрите, у меня появились денежные видео. Теперь, значит, я могу просматривать денежку. И посмотрите, здесь довольно-таки неплохо оплачивают по центу, да, 1, 2, 3, ну, 10 центов, если 10 видео выходит, 3, 6, 9, 10. И таким же образом мы просматриваем. У меня на балансе 20 центов, значит, вот мой аккаунт баланс. Так, это значит, у меня партнеры тоже не стали ждать, набирать
бонусные вот эти, ну, назовем их баб-монетами, да, вот, чтобы у них также появилось. Значит, смотрите, сначала просматриваю бонусы, а потом появляются уже видеопросмотры платные у нас. Давайте тоже нажмем на ссылочку. Сейчас она загрузится. И также мы ждем 20 секунд. Ждем. Здесь вот идет отсчет. Так, все, загорелась зеленая вкладочка. Нажимаю на нее. Также я поставлю на паузу и просмотрю все видео. И вот у меня осталось одно видео, друзья. И смотрите, что у меня получается. Мне должно быть 10 видео. Вот. И 10 центов, да, по 1 центу. Вот у меня на балансе стало 29 центов. Вот у меня что выходит. Последнее видео. Я его включаю. Видео недоступно. Пользователь, загрузивший видео, запретил его просмотр в вашей стране. Вот такие вот дела. Так, давайте-ка переведем на русский, что тут внизу написано у нас. Если видео не работает, нажмите здесь. Ваше будет изменено на нового. Вот так. Имейте в виду, нажимаем. И у меня изменилось. Давайте теперь нажмем просмотреть это видео. Ну, это замечательно. И последнее видео я смотрю. Так, идут секунды, отчет времени. Должен играть в течение 20 секунд. Так, осталось 5 секунд. Все. Значит, друзья, смотрите, подводим итог. Сначала смотрим бонус видео. У кого, кто пополнился, да, купил АД-пакет. Так, далее, после бонусных видео начинают доступны платные видео. Если видео недоступно, нажимаем вот здесь на красненькую надпись. Здесь, так, вас обновится и появится видео. И будет зачет. Так, все у меня. Я нажимаю на зеленую вкладочку «Успех». Итого у меня на балансе стало 30 центов. Так, далее. Нажимаю вот здесь приборная доска, возвращаюсь. Здесь уже по вкладочкам, друзья, походите, переведете, смотрите, вот мой аккаунт и пошли смотреть видео. Бонус видео, платные видео, супер видео. Это здесь есть какой-то аккаунт, но он стоит $19 в месяц, он дается, какой-то про аккаунт. Вот я туда, друзья, не полезу. Я лучше простенько вот буду как бы просматривать видео такое-такое и как бы наращивать денежку. Далее что? Здесь управление рекламой. После того, как если вы купили АД-пакет, после пополнения, друзья, вот здесь на желтую вкладочку самое последнее «Купить АД-пак». Вот у вас на балансе будет $1, и вы его купили. Не забывайте, что цена за один пакет $1. И вам будут доступны видеокредиты в АД-пакете, 100 просмотров YouTube, баннер-кредиты за один АД-пакет, 50 кликов по баннеру можно загружать. Бонусные видеобаллы за АД-пак 2700 бонусных видеоочков. Так, и общая рентабельность 150 это премиум и 135 стандартных членов как можно скорее. Вот здесь будет уже цифра 1 по умолчанию. Нажимайте купить АД пакет. И все, вот у меня куплен $1, 2700 было. Ну и как всегда они, друзья, высчитывают эти ежедневно монеты. Вот эти они высчитывают. Так, ну что здесь? Ну, здесь вот купить рекламные кредиты, добавить новое видео. Как добавлять, вчера показывала управление видео, добавить новый баннер, управление баннерами, история покупки. Это здесь все как бы отображается. Вот у меня PR, главный баланс.
Так, и мой бумажник. Депозиты, смотрите, обращаю внимание. Это, как я понимаю, для криптовалюты вот это идет. Тут не обязательно CoinPayment, как они тут пишут, прочтете любой как бы криптовалютный кошелек. Опускаемся чуть ниже. Здесь доступен делать депозит минимальный от $1, один АД пакет. Вот сюда ставите тогда циферку 1, способы оплаты. Вот здесь смотрите, Perfect Money. Нажимаем на треугольничек Pair, какой вот надо. И нажимаем пополнить баланс. Также у меня в прошлом видео это все показано. И автоматически перебрасывает вас на платежную систему и пополняете. Так, бумажник я рассказала. Снять биткоин, как я уже говорила ранее, мы зарабатываем в доллары, а вывод будем делать в биткоин сатошка. В минимальный вывод $5. Значит, здесь что они? Можно быстрый. Это они снимают 0.303 BTC. Это выходит 30 тысяч у них, если быстро. Так, ну неплохо они. И низкая стоимость, вот такая комиссия они берут. Вот у меня прописан адрес. И здесь, когда будет что выводить, прописываем я сумму в долларах. И запросите вывод. Ну и здесь все это прочтете. Так, снять адрес для вывода. Так, ну здесь вот адрес для, как бы прописываем пароль и продолжим. Продолжить. Изменить пароль. Настройки профиля я вам показывала. Так, мой бумажник. История депозитов. История снятия средств. История заработка. Давайте посмотрим. И вот моя история заработка. Посмотрите. Вот и, значит, это комиссия. Значит, 10, вот это я просмотрела бонус видео, и далее идут мои денежные ссылки, платные видео, заработок. Так, ну, здесь идет далее ваши рефералы, партнеры. Так, и что? Ваши рефералы. И, друзья, вот здесь находится партнерская ссылочка. Вот она. Так, далее, что еще? Инструменты продвижения. Есть здесь несколько баннеров. Вот. Тоже неплохо. И здесь история комиссии. Вот мне капнуло комиссионных по 10 центов. Так, далее, что? Идем приборно. Ну, давайте вернусь как бы на оригинал. Вот дашборд. Вот здесь все, вся менюшка. И вот здесь опускаемся чуть ниже, друзья. Также находится партнерская ссылочка. Вот она. Так. Ну, здесь уже что у меня здесь? Так. Включить двухфакторную защиту. Значит, ваш аккаунт активен, имеет право получить платные видео. Да. Так, два бонусные видео. У вас есть более 1600 монет платные видео. Да, вы имеете право на получение случайных 1% супер. Нет. Это вот аккаунт премиум. Вот он стоит $19 на месяц. Я сюда, друзья, не лезу. Так, вы пригласили друзей, чтобы зарабатывать комиссию. Да. Вы присоединились к еженедельной лотерее, чтобы выиграть больше призы. Да. Хотя я сюда не заходила, друзья. Вы обновить, чтобы получить 2 лотерейные билеты. Нет. Вы изменили настройку таймера. Нет. Значит, здесь еще есть всякие вот панели покупка рекламных кредитов. Вот лотерея. Я сюда не лезу, друзья. Я здесь, если честно, участвую в нашей лотерее, выиграть большие призы. Здесь описание, информация. Ага, ваш билет. У меня 104 билета. Что ли, выходит. Ну, это тут тоже лотерейные правила. Но это кто захочет, друзья, прочтете уже тогда.
Хотите участвуйте, хотите не участвуйте. Это все по желанию. Ну что, друзья, на этом буду заканчивать. Надеюсь, все понятно. Вот здесь вот шапка, друзья. Переведете на русский, все как бы расписано, все по полочкам разложено. Значит, сначала смотрим бонусные видео. После у кого кто купил АД-пакеты, после чего платные видео. Кто без вложений, смотрим просто бонусные видео. Накапливаем 1600 вот этих монет, после чего у вас появляются платные видео просмотры. Всем удачи, друзья, больших заработков. Я сделала на канале плейлист по этому проекту. Буду продолжать мониторить этот проект по мере поступления новостей. Ну, работаем. До новых встреч!